перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Все сразу такие. Злонегр убегает с корабля сразу. Смотри, негр, ты я куда? Я остаюсь так. Телочки. Я тебе телочку сейчас покажу, что раз мы сегодня один на один выходим. Смотри. Один на один? За телочку. Че, пацаны, всем привет. Мы на балконе у Олега. Он с Аней сидит, грустный. Набухался. Но не сегодня. Ладно, пацаны, пишите, что там, кого как дела, что давайте быстро, у вас есть 3 минуты. Короче, есть клуб Fight Pro в Москве, есть, пацаны, Москва, медведка, что-то мне щеки такие, я не пожирнел, реально? Пленочка появилась. Реально? Как у меня примерно, ебальничек скоро появится. Реально? Ты гонишь или нет? Пацаны, я потолстел или нет? Видишь, как я могу быстро скидывать? Уважаю, мне бы так скинули. О, так, так, так. 3 дня всего. Набираю легко 4. Вообще. Деловой. Я вообще когда влог? Скоро выпустим. С Олегом что-нибудь поснимаем, выпустим. Мы здесь только сегодня снимали. Снял все его треки, короче. Солью вам в сеть, чтобы вы все смотрели. Я снял все... Сколько он давно показал? 8? Короче, пацаны, 1 000 000 рублей и треки ваши. Все, продаем. Концерт. Обсуждали, что ты выложил сторис, и люди нарежут по 10 секунд, сделают это. Да. Гитара где-то куда-то спустился, сейчас придет. Так, 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 что там, пацаны, да, я тоже могу так делать, типа жест такой, привет. Не иди. Когда будет следующий, Саша, я думаю, в этом, в августе. Че, пацаны, ждете мой бой еще? Хотите подраться? Ой. Толстый. Ой. А Виктор Ленцах? Мама появилась, просто похуй, но сейчас не видел. Раздает, да? Братва, я обожаю все бренды. Знаете, вопрос правильно задавать, никакие бренды ты, кроме Кинзы, уважаешь. А на какие бренды тебе хватает бабла? Мне хватает только на Кинзу и то. Не всегда. Тоже недорогой. Да? Короче, он там у нас это модная Instagram girl. Как она? Модная, модница. Телочка, короче, пацаны. Че это ароска телочка? Если коротко, то просто телочка. Малышка. Ванина, кстати. Передай жене привет. Вон Олег. OG Олег пьет этот протеин. Смотрите, гангстер, как его сзади накачал, пацаны. Что с вами будет, если вы у нас купите эти? Протеин. Как его там? Короче, пацаны, да, у нас есть этот Челсап, Игорь, Air Team продает эти курсы. Вон, смотрите, Олега сзади как накачал я. На. Это так. Как-то так. OG Олег. Purple куки кофта. Вон этот злой негр. Хотите трек, чтобы вас трек стал чуть популярнее злому негру? Обращайтесь. Это, да, это точно. Кем бы вы ни были. Кем бы вы ни были. Что и какую бы музыку вы ни делали. Реально, давай запишем. Парень вас поддержит. Какой-нибудь в любом случае. Давай запишем какой-нибудь трек, типа реально сигарету закурил или еще там говорил. Не-не-не, два мы слова. Будем записывать, и мы будем записывать Артем Тарасов, только тебя. Ну я и говорю. Да, давай запишем какой-нибудь просто трек из 4 слов. Не, побольше надо. Да? Ну я думаю, что. Просто хит. Смотрите, как Олег пьет этот. Протеинчик? Протеинчик, да. Кстати, не на фокус. Можешь поближе показать, если хочешь. Олег. Наелся, брат? Мне надо допить до конца, сегодня опять пойти спинку поделать. Заниматься? Я. Сегодня вот с нами Лиза пойдет.
Но это не точно. Что, взять нам с собой Лизу или не взять? Опрос сделаем. Опрос. Короче, плюсики берем, минусики не берем. Пишите, пацаны. Как пацаны скажут, так и будет. Да, так и будет. И все остается здесь. Я половину всех тут разболтаю за час. Сколько у тебя там тысяч? 800. Вообще тогда изи. У меня там столько спортсменов, мне кажется, вряд ли. Ты сможешь побороться с ним? С ним? Да. Короче, ребята, нахуй побороться. Ты вообще боролся как-то? Карандашик хочет побороться. Ну она бесстрашная. Минус. Плюс. Минус. Плюс. Потому, плюс. Сексисты. Вадим, дочь Иванов, пишет. Красивая пишет. Тебе передают спасибо, Вадим. Спасибо, Вадим. Вадим Ганстер. Ой, господи. Я узнаю не столько читай. Много новых слов. Не там хейтеры? Нет, просто. Хуесосы. А что значит бичиха? Такой жесткий сразу же панч. Бичиха? Это, скорее всего, написал парень, у которого даже на проезд в метро не хватает. Да, тут люди сидят вот с такими вот вещами. То есть у тебя получается больше хейтеров, чем твоих фанатов? У меня нет фанатов. Конечно. Вчерашний хейтер, сегодняшний фанат. А у него только реальные пацаны, там реальные нигеры тусуются. И нету никаких фанатов, он на лояльном соседе. Конечно, там гангстеры, ты чё? Там лютые гангстеры. Мини, там все мини-Олеги. Олеж. Просто прикинь, люди заходят в эфир, чтобы похейтить. Они ждут, когда... Ты не представляешь, какое они количество. Они включают... Бабло, да не играть? Здравствуйте! Ну, здравствуйте! Здравствуйте! Подлетел сразу со своей камерой. Я тебя буду снимать, братов, это его, а я тебя. Фильм посмотреть... Посмотри с лета, как это называется, фильм? Да я не помню, как называется, про типа, который в Японии стал якудзой, про белого. Ну, это, естественно, придумано все, потому что такого невозможно, но... Я не помню, как фильм, с Джаред Лето, я не помню, как... Реально. Когда новый трек? Не скоро новый трек. Боже, звонит мой. Да это мне прокладка. Не нужна тебе тусы. Купина. Тебе полезно деревяшки. Привет. Из Колпина. Пропустить тебя надо, реально. Это Крипл тебе пишет. Крипл пишет? Привет из Колпина. Да, да, да. Олег и Артём, здорово. Здорово. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, у меня, видите, тут... Здравствуйте. Вот этого вот пацана. Я оказался наконец-то в эфире Олега. Ура! Ура, да. А вот этот вот, а это бандит у нас. Саня бандит. А это бандит. Пиздец. Видите, расстроенный? Вот так расстроенный человек выглядит. А вот этот? А вот этого вы знаете, пацана? Это... Вот это... Ну-ка, распальцовку. Вот она, Вот она, вот она. А вот этот? Это, бля, опасный тип, блядь, нахуй. Это бэкстейдж. Так говорит, как у Хабиба, бля. Ору. Дальше, как Хабиба.
дали. Мне, кстати, интересно, какой Хабиб в жизни? Он спокойный тип или такой? Он же не как Конор. Он, мне кажется, полная противоположность ему, да? Более спокойный, сдержанный. Сдержанный. Ну, правильно. Столько бабок, конечно. Можно и успокоиться. Говорит, столько бабок, говорит, можно и успокоиться. В натуре. Чего угадывается, да? А сколько он денег получил за прошлый бой? Какая она там? Там деньги нельзя. Там ты... Привет. Любые бабки. Вообще все скопло. Пачка долларов, 100 долларов. Вот остров. Так вот не вмещается в руку. Остров просто. Кто ты? Может, танцуешь для пацанов? Что, клоун, что ли? Для эфира чисто. Ты гангстер? Альбом пишется, пацаны, альбом пишется, я продаю, скорее всего, свой альбом Уорнеру, не знаю, посмотрим. Пока пишется альбом, работается, работа работается. Прочти личку, обязательно. Вот. Это ремикс. Можешь кинуть мой телефон? Столько не был в эфирах, зашел и... Ну, типа... Можно было не заходить, да? Да, можно было не заходить, да. Да просто надо вайб другой. Можешь в тень его положить, потому что он нагрелся? Да, я в карман все положу. У меня там тень. Что интересного расскажете? Да не говно, не надо сразу же это говорить, может нормально получится. Конечно, зачем сразу же спасибо, сразу. Это психология, это психология слова негра, понимаешь? У нас психолог появился. Ты обещал мне написать, напиши там пару строк. Слушаешь, дизайнер? Пару слов. Да, у меня было, мне кто-то написал. Не, дизайнера я не слушаю особо. Детка, эй, садись мой бандитский, моя сучка, эй. Ну это так все. Как ты относишься к Риттеру? Риттер Спорт, что ли? Бля, помните, они есть эти шоколадки Риттер Спорт? Нет, до сих пор существуют. Я соскучу. Да я что-то давно... Я же не люблю шоколад. Сейчас я закроюсь. Олег, ну что, будешь готовить? Ну, конечно, нет, ему-то можно постоянно жрать. Даже. Я бы поел перед тренировкой. Ты охуеешь, если он там, я тебе говорю. Если она работает, а погнали. Здесь рядом где-то? Ну да, в HQ. Только мне надо, погоди, сначала сходить, снять бабки в банкомате, дать уборщице. Это квест, да, небольшой? У тебя есть налик? У меня полтинник есть. 40 есть? А, давай полтинник. Мы же придем, сколько она еще будет? Вернется часа 3. А, ну да, мы же еще вернемся в натуре. Кстати, я в тапках пойду, нормально вообще? Да, почему нет? Дин, слышала. Почему хмурый-то? Нормальный абсолютно.
У тебя в новом доме есть плантация, бля, что за вопросы вообще, что ты, чем ты интересуешься вообще? А чего вы гангстеры? Что-то плохо видно. Не знаю, братан. Не снимай, братан. Не снимай, братан. Че, пойдем поканемся, брат? Да. Ладно, я, ребята, пойду. Всем вам хорошего дня. Прекраснейшего дня вам. Берегите себя. Обнял.